Всем привет! Меня зовут Анастасия, я из города Минска, Республика Беларусь. Это видео снято специально для канала Heavy Metal Gym. В данном видео я покажу две свои тренировки, которые чередую между собой. К спорту я пришла 4 года назад. Тогда занималась домашним фитнесом по видео 5-6 раз в неделю с целью похудения. Сбросив 10 килограмм за 4 месяца, еще полтора года занималась дома. Потом пошла на курсы инструктора групповых программ. Но через полтора месяца наткнулась на видео Егора про женский тренинг и поняла, что мне пора набирать мышечную массу, а групповые программы будут только в этом мешать. С января 2016 года пошла в зал, месяц занималась с местным тренером, а потом сама. По программе Егора занимаюсь полтора года, но с переменным успехом. Прошлым летом рабочие веса были близки к показателям третьего этапа новичка. Тогда следовало бы перейти на периодизацию, но занятия перестали быть регулярными. Сейчас мои веса на втором этапе новичка, но они быстро растут благодаря мышечной памяти. Тренируюсь сейчас стабильно 2-3 раза в неделю. Каждую тренировку начинаю с уставной разминки на все тело, затем 10 раз приседаю собственным весом и 5 минут хожу на степпере с постепенным повышением нагрузки. Иногда разминаюсь на эллипсе или горизонтальном велосипеде. Разминку всегда завершаю экстензиями спины, чередую как с собственным весом, так и с блином до 10 кг, либо объединяю. Основную часть тренировки начинаю с приседаний со штангой в 3-4 подходах с максимальным весом 35 кг на 8 повторений. Далее делаю румынскую тягу в 3-4 подходах с максимальным весом 35 кг на 8 повторений. Русские наклоны. Год назад не могла сделать больше 5 раз сама, и то опираясь на бодибар перед собой. Сейчас делаю 4 подхода по 15 раз с руками на груди. Под конец могу руками обхватить ноги, когда совсем тяжело. Далее отжимаюсь от брусьев в гравитроне. Раньше могла я сама отжаться раз 8, но эту силу, увы, потеряла. От скамеек отжиматься мне легко, поэтому делаю тут 3 подхода по 8-12 раз. Максимальный противовес 30 кг на 10 раз, половина моего веса. Горизонтальную тягу делаю по самочувствию, иногда заменяю на тяге гантели к поясу. Здесь 4 подхода по 8-15 раз, максимальный вес 22 кг на 8 повторений. Гиперэкстензию делаю как могу в станке для экстензии. 2-3 подхода по 15 раз. Пресс делаю по-разному. Либо в упоре поднимаю ноги и колени в 2 подходах по 20 раз на каждое упражнение, либо делаю комплекс на коврике. Его вы увидите во второй тренировке, так же как и всю заминочную часть. Далее переходим ко второй тренировке. Кстати, в начале и в конце каждой тренировки я пью БЦА без добавок. Разминка у меня такая же, поэтому перейдем сразу к силовой части. Начинаю ее со становой тяги в 3-4 подходах на 8-15 повторений. Максимальный рабочий вес 35 кг на 10 раз. Затем я делаю гудмонинг в 3 подходах на 10-15 повторений. Максимальный вес 35 кг на 10 раз. Не уверена в верности техники, хотя стараюсь начинать движение с увода таза назад. В любом случае, после него чувствую ягодицы и заднюю поверхность бедра. Когда-то давно боялась пить воду, когда занималась дома. Сейчас пью много и часто на протяжении всей тренировки. Далее иду на сгибание ног лежа. Делаю 3 подхода по 12 раз с весом 14 кг. Подтягивание в гравитроне широким хватом. Сама подтянуться могу один раз обратным хватом, раньше могла 3. Широким пока только так. Делаю 3-4 подхода по 8-12 раз, максимальный противовес 36 кг на 10 раз. С первого дня в тренажерном зале веду дневник тренировок.
Там планирую упражнения, записываю количество подходов и рабочие веса, чтобы отслеживать прогресс. Жим гантелей на наклонной скамье делаю в 3-4 подходах по 8-15 раз. Максимальный рабочий вес гантелей 7 кг на 8 повторений. Армейский жим делаю в 3 подходах по 10-15 раз. Максимальный вес гантелей 5 кг. Упражнения делаю не всегда, иногда заменяю махами гантелями в стороны, разводками на задние дельты. Из-за своей комплекции акцент на плечи пока не делаю. Пресс делаю по-разному. Тут скручивание на пресс несколько подходов по 30-40 раз до жжения. Регулярно делаю различные планки на локтях, руках и боковые на каждую сторону. Моя заминка включает в себя 5 минут на кардиотренажере, гиперэкстензию, гимнастику Егора и растяжку на все группы мышц. Силовая часть тренировки длится до часа, остальные полчаса идут в разминку и заминку. Пользуясь случаем, хочу от всей души поблагодарить Егора за его огромный труд, за его канал, сайт со статьями и грамотный подход к тренингу. Уже 3-й год смотрю ваш канал, и он меня до сих пор радует. Низкий вам поклон, позитива и дальнейших творческих успехов! Всем спасибо за внимание, всем сухой мышечной массы и силы без травм!